Контроль цен на образование в республике будут осуществлять местные администрации по причине значительного перепада цен на ключевые группы товаров. Об этом сообщила министр экономического развития Донецкой Народной Республики Евгения Самохина. При мониторинге цен мы столкнулись с проблемой огромного разрыва ценообразования по городам и районам республики, который превышает 90% на отдельные группы товаров. В связи с этим было принято решение о делегировании полномочий по надзору за ценообразованием на местные администрации. Министр пояснила, что, находясь на местах, люди хорошо знают инфраструктуру административного района и торговых организаций. Делегирование полномочий позволит четко и правильно отслеживать изменения цен. Инспекция по ценообразованию была создана в июне текущего года указом главы Донецкой Народной Республики. Цель комиссии – пресечение нарушений в сфере прав потребителей в соответствии с законом о защите прав потребителей.